приготовиться для начала. Итак, смотрите. Мытье рук гигиеническим способом называется. Это так. Процедура занимает порядка 40-60 секунд. Может показаться долго, но тем не менее, допустим, хирурги моют руки в течение 2 минут и до локтя. Мы же с вами обойдемся, ну, до запястья. А прежде чем приступить, покажите, как вы руки моете. Я вот так помыл. 10-15 максимум, мне кажется, секунд на это. Ну, все понятно. Но перед этим я обычно снимаю часы, потому что их можно замочить. Рекомендую вам сделать то же самое. Кольца? Желательно тоже. Если бы ты была медсестрой, тебя бы заставили его снять. Муж, ничего личного. Итак, смотрите, что мы делаем. Прежде чем приступить к мытью рук, нам потребуется для этого вода, жидкое мыло. Почему жидкое? Потому что оно изолировано от внешней среды и нет доступа микроорганизмов. И, соответственно, его еще и руками никто не трогает, в отличие от куска мыла, который лежит на мыльнице. Итак, для начала отрегулируйте температуру воды, чтобы она была не холодной и не горячей, но чтобы было комфортно. То есть смочите руки. Смочите руки. Далее. Врачи делают вот так, между прочим, чтобы не трогать руками ничего. Ну, на себя накапать это не страшно. Распределите мыло как следует по поверхности ладони и тыльной стороне ладони. И первое движение, вот все, что я сейчас буду показывать, выполняется по 5 раз. Первое движение, мы трем ладонь о ладонь, захватывая при этом запястье. То есть я тру сначала левую руку 5 раз, затем 5 раз правую руку. Теперь. Ладонью правой руки я буду тереть тыльную сторону левой ладони. И пальцы при этом перекрещены. Делаю 5 вот таких движений. И, соответственно, меняю руки. 5 таких движений. Далее. Соединяю пальцы вместе и ладони вместе. То есть, таким образом мы очищаем межпальцевые промежутки и пальцы с внутренней поверхностью. Тоже 5 движений. Теперь важно очистить ногтевую пластину сверху. Для этого мы соединяем пальцы в замок и начинаем тереть ими по своей ладони. То есть пальцы правой руки трут левую ладонь и наоборот. Теперь пришел черед большого пальца. Круговыми движениями начинаем натирать, скажем так, правый палец. И левый, наоборот, точнее, правый и левый. Ну, я думаю, вы сориентируетесь. И финальный штрих. Соединяем пальцы, как в кунг-фу панда, и круговыми движениями зад-вперед трем ими по ладони. То есть мы финально очищаем ногтевую пластину от каких-то возможных загрязнений. Теперь все. Водой смываем все, что мы намыли. Водой смываем. И не забываем, что наши руки теперь чистые. Смыли. Теперь берем полотенце. И осушиваем, не надо тереть по рукам, осушиваем ваши руки от направления кончиков пальцев к запястьям. Осушили. Ну, если у вас большие руки, можно взять еще одно полотенце. И теперь вот это очень важный атрибут. Его нельзя сразу же выкидывать. Закрываем кран вот этим полотенцем, чтобы не касаться ничего больше. И выкидываем эту салфетку в корзину. И теперь ваши руки чистые и безопасны. Ну как, коллеги? Есть у вас успехи? Да, мы уже на заключительном этапе. Мы повторяли завершаем этот бой. Мытье рук. Мне, знаешь, молодцы. Интересно, а ты с первого раза сдал этот зачет? Да, конечно. Тут есть определенный порядок. Если ты нарушишь эти правила, то есть сделаешь все не по порядку, тебе поставят просто 2, и ты пойдешь заново это все сдавать, причем в другой день. Так, я закрыла кран и выкинула салфетку. Мои руки чисты. Берегите руки от микробов.